Здравствуйте, коллеги. Вы вновь на выставке Prodexpo 2021. У нас новый спикер. Здравствуйте, представьтесь. Какую компанию представляете? Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Соломин Сергей. Я представляю группу компании Vicona. Мы крупнейший в стране покупатель вторичного полиэтилена. В нашей отрасли FMCG в ритейле мы крупнейший покупатель вторичной пленки. Мы производим из выкупаемого вторичного сырья стрейч-пленку, которую затем обратно продаем, в том числе и нашим крупнейшим ритейлерам. Исходя из этого, мы видим для себя задачу выполнения экологической политики в стране выстраивать так, как она выстроена во всем мире. То есть заниматься тем, чтобы утилизация полиэтилена различных фракций происходила как нескончаемый кругооборот без вынесения в открытую среду мусора, вторичных отходов, которые его загрязняют. В том числе мы выдаем тем крупным игрокам рынка, которые с нами взаимодействуют по выкупу вторичного сырья, комплект документов, который позволяет ритейлерам в том числе снижать нормы экологического сбора, выплачиваемым государством. Это достаточно выгодно с точки зрения коммерческой политики ритейла, политика нашей компании. На сегодняшний день мы выкупаем больше 4000 тонн вторичного полиэтилена от различных игроков рынка. За минувший год мы увеличили примерно на треть свой оборот выкупа полиэтилена, и мы сейчас покупаем больше 1000 тонн в месяц вторичного полиэтилена только в ритейле. Еще через несколько месяцев, а именно к августу 2021 года, мы открываем очередную площадку по сбору и сортировке вторичной пленки, которая позволит нам примерно в 1,5-2 раза увеличить количество выкупаемого полиэтилена только в ритейле. За счет этого мы серьезно будем влиять на экологию пространства в ритейл-отрасли. И вместе с тем мы по достаточно льготным ценам будем давать возможность ритейлу приобретать у нас стрейч-пленку высокого качества с хорошими физико-механическими свойствами, соответствующими первичной пленке мировых стандартов. И нам бы хотелось, чтобы вот то, о чем я сейчас говорю, услышали практически все крупнейшие ритейлеры страны и изучили возможность взаимодействия с нами и включились в те экологические программы, которые мы проводим с теми ритейлерами, с которыми мы имеем дело на сегодняшний день. Лучшим из наших партнеров в ритейле в части взаимодействия по выкупу полиэтилена и обратной продаже вторичной пленки на сегодняшний день является компания Dixie. Мы очень благодарны коллегам и партнерам за то, что они внимательны и терпеливы к взаимодействию с нами, и очень ценим это взаимодействие. На сегодняшний день нам уже есть чем хвалиться в этом взаимодействии. По выкупу вторичного полиэтилена мы огромное значение придаем нашим контрактам с компанией «Агроторг» и с компанией «Лента». Коллегам также очень благодарны за эти возможности. И далее планируем развивать этот бизнес вот в том ключе и в том темпе, который мы сейчас набрали. Спасибо. Спасибо большое за исчерпывающий ответ. И я надеюсь, что взаимовыгодное сотрудничество с нашими ритейлерами и улучшит нашу экологическую обстановку и будет всем взаимовыгодно. Спасибо вам большое. Большое спасибо. Надеюсь, что компания Retail.ru с удовольствием и пользой будет освещать нашу деятельность по экологическому взаимодействию с крупнейшими ритейлерами страны. И для нас очень важно, чтобы отрасль увидела, что мы делаем. Мы приглашаем всех заинтересованных лиц на наше производство. Для нас очень важно, чтобы крупнейший ритейл понимал выгоды взаимодействия с нами, как с точки зрения коммерческой политики, так и с точки зрения соблюдения экологии. А это на сегодняшний день один из важнейших трендов как в мире, так и в нашем государстве. Большое спасибо. Спасибо большое.